с нарушением правил дорожного движения перед Лефортовским туннелем. Если честно, я не знаю, но это было давно. Ну как давно? Несколько месяцев назад. Примерная дата, это где-то в июле. Вот как вы показывали в телефоне, когда у вас запись записана была, да? Это 20 июля у вас идет. А что вас спровоцировало к такой быстрой езде и, скажем, пересечению линии разметки с нарушением правил дорожного движения? Ничего. Я сам иногда, наверное, себя спровоцирую на это. Провоцирую себя на это. Но иногда так бывает. Вот и все. Признать Чершанбиева, Чершанбе, Авасконовича виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренным частью 30 значком 1 статьи 18 8 КОАП РФ, и назначить ему административное наказание в виде административного штрафа в размере 5000 рублей, доход государства с административным выдворением за пределы Российской Федерации путем принудительного перемещения через государственную границу Российской Федерации до исполнения административного наказания в виде административного выдворения за пределы Российской Федерации, поместить Чершанбиева, Чершанбе, Восконовича в Центр временного содержания иностранных граждан ГУМВД России по городу Москве. Исполнение постановления возложить на начальника отдела межрайонного отдела судебных приставов по административному выдворению в СП России по городу Москве. Штраф подлежит уплате последующим реквизитам получателя платежа МФК по городу Москве и ГУМВД по городу России по городу Москве. Чершанбе, как свое поведение оцениваете? Все-таки считаете, что... Чершанбе, почему сегодня без адвоката были? Без адвоката же были. А, ну да. Вы считаете, что поступки несут за собой вот такая ответственность, получается, после поступков? Терпение моему народу, коммунистскому народу. А скажите, почему все-таки без адвоката? Завтра.